На открытии детской игровой площадки собрались большинство пап и мам микрорайона. Теперь их дети на период летних каникул будут под присмотром. Это гарантируют специалисты молодежного центра «21 век». Большое спасибо 21 веку, возглавляющая Елена Валентиновна Ткаченко, которая молодец, всегда у них новая программа, дети с удовольствием все приходят на этот праздник. У нас в сквере строители, всегда у нас большие, хорошие праздники проходим. И сейчас ждем, скоро должна быть реконструкция праздника, этого, реконструкция скоро должна быть сквера этого, он у нас еще красивее будет. Все для детей. Большую поддержку для работы площадки оказывает депутатский корпус. Они обеспечивают работу спортивным инвентарем, канцелярскими товарами и многим другим. На самом деле это уже традиция. Традиция 12-го микрорайона, традиция всех, кто здесь проживает. Именно 1 июня в нашем сквере открывается летний сезон. Сезон каникул, праздника, солнца. Поэтому я думаю, что это очень хорошая традиция. И мы, как депутаты, с удовольствием эту традицию поддерживаем. Стараемся в этот день немножко порадовать наших малышей какими-то сладкими подарками, призами, конкурсами. Ну и, в общем, создать радостное, хорошее настроение на все лето. Здесь каждый может найти себе занятие по душе. Для любителей рисовать – пленэр на открытом воздухе. Для любителей спорта – канат, футбол и подвижные игры. Для тех, кто хочет освоить ремесла, на помощь придут мастерские по квиллингу и оригами. Позитив очень большой, дети довольны, лица раскрашивают, так вот канат перетягивает, много игр. Здесь вообще всегда шумно, тут школа рядом, два садика. Ну, праздник, сами понимаете. Потом там, я знаю, мороженое давать будет. Такие праздники, конечно, очень нужны деткам, родителям, потому что у нас на курорте сейчас в основном все развлечения платные. Во-первых, это большой плюс для многодетных, особенно родителей, и для детей общение. Эта площадка будет работать до конца лета. Кроме этого, специалистами молодежного центра 21 век планируется организовать подобные досуговые площадки и в сельских округах муниципального образования. Руслан Душевский, Анапа регион.